Наше дело с Западом ее эффективно просадить, не дать им это, создать армию нового типа, нового облика, перевооруженную, да, и заставить просесть в экономический кризис. Так что я не экономист, но не будет преувеличением сказать, что, ну, наверное, во второй половине, к концу 24-25 они очень сильно ощутят экономически цену таких непомерных расходов. То есть это такой спринт, его можно пробежать год, но ценой израсходования такого слоя подкожного жира, что дальше организма, да, как бы не пришлось переводить в палату интенсивной терапии и реанимации.